Lionsgate и Welcome Production представляют. Ну что, может, встретимся, деточка? Я тебе не деточка. Поверю, когда сам увижу. Джефф? Хейли? Ты не похож на парня, который вынужден знакомиться с девчонками по интернету? Иногда лучше сначала знакомиться в онлайне, так узнаешь истинную сущность людей. Работая фотографом, понимаешь, лица людей часто лгут. Мое лицо тоже лжет? Вкуснятина. Хочешь попробовать? Конечно. Неплохо. Ты выглядишь старше своих лет и ведешь себя намного старше. Правда? Хочешь позвонить своей сестре? Сказать, где ты будешь? Позже, может. Я читаю Ромео и Джульетту по программе за 9 класс. Ну, думаю, прочту еще до начала учебного года. Не думал, что ты интересуешься такими вещами. Ты думал, раз мы 3 недели общаемся, то ты все про меня знаешь? Специальный приз жюри на кинофестивале в Сандэнсе 2005. Победитель в номинациях «Лучший фильм» и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Ситхисе 2005. Ты все это здесь снял? Думаю, я не работаю. Фильм, который заставит мир говорить о себе. Майкл Гудбридж. Я помню ее. То, что ты делаешь неправильно. Это будет тебя преследовать. Ты просто болен. Потрясающий фильм. Он захватывает вас с первого кадра и держит в напряжении до самого конца. Я никого не убивал! Как же легко обвинить ребенка! Да кто же ты? Кто? Игра закончена. Пора возвращаться к действительности. Леденец. Скоро на экранах.